В Люберцах идет строительство школы на 1500 мест. Ее возводят в жилом комплексе «Первый Лермонтовский». Ход строительства образовательного учреждения проинспектировал Владимир Волков. Монтаж электропроводки окончен, рабочие приступают к установке систем вентиляции, водоснабжения и канализации. К стенам крепят армирующую сетку для штукатурки. В течение месяца начнут отделочные работы, и серые невзрачные помещения преобразятся. Мы приступили также к кровле. В ближайшие 2 недели у нас начнутся работы по установке светопрозрачных конструкций и монтажу фасадов. Мы обеспечиваем максимальный уровень комфорта для жителей тех домов, которые уже заселены в рамках нашей застройки, и шумные работы ведем только внутри помещений, чтобы с внешней стороны здания у нас не было негативного звукового влияния. В образовательном учреждении предусмотрено 40 классов для начальной школы и 52 для среднего и старшего звеньев. Актовый зал на 920 мест, 3 спортивных зала, столовая, лифт, просторные рекреации и фойе. Школа очень востребована, потому что этот микрорайон сильно развивается, застраиваются новые дома, высотные дома, заезжает в основном. Конечно же, это молодые семьи, и все ждут объект, садик, школа, любой социальный объект, когда будет открыт. Школа и детский сад на 170 мест, которые строят по соседству, распахнут двери в 2024 году. Прилегающие к ним территории благоустроят. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.